что, Газпром в Приозерске красавчики. Вот эту станцию открыли в конце 22 года на 150 киловатт. Три порта, здесь даже есть китайский GBT, производство ПСС в Сибири. Такая вот она холодильникообразная, но классно, первая на этой трассе, так что уже можно вполне до Карелии доехать. Думаю, дальше будут в Ланденпохе установлено и в Сартовале. Вот о чем я всегда говорю, что надо делать из нержавейки корпуса. На фоне стоимости такой станции в 3 миллиона с лишним, мелочиться на то, что корпус из обычного металла, там минус эти там 20 тысяч рублей, это просто смешно. А в итоге станция не простоит и пары лет. Кстати, экран не сенсорный. Вот интересно, с чего она запускается? Или она, может быть, вообще бесплатно работает? А вот это я тут, конечно, не ожидал увидеть. Два паровоза. И оба работают. Это лебедянки, как раз таки с нашего того самого депо. И здесь вот они ездят по кольцевой трассе карельской. А раньше был маршрут с Питера до Карелии. Там, где долго стоит паровоз, растапливается лед. Куски угля валяются, подтекает немножко масло. В общем, такая локальная катастрофа экологическая происходит. Ну, ничего, зато рассвет какой красивый. Я, конечно, поражен находчивостью местных предпринимателей. Здесь есть, добывается минерал шунгит. Это нечто среднее между графитом и каменным углем. Так вот, из него делают не только всякие сувенирчики, типа полезные. Делают белье, которое лечит всякие там остеохондрозы, всякие крема, зубные пасты, в общем, что только не делают. Походу, можно вообще избавиться. Очень классно оформили старый советский ангар на отшибе города. Сделали музей и такую вот выставочную секцию с продажей. А вот зацените свинец в природном виде, да? Который у нас в аккумуляторах автомобильных.